Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Полли и Сэма. Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Чё, куда? Неважно. Живо! Ты у меня на мушке. Если нас нагонят, нам конец. Но и ты живым не уйдешь. Мне проблемы не нужны. У тебя уже проблемы. Гони! Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. Сколько машин за нами едут? Пока одна. Но могут быть и другие. Держитесь, я кое-что придумал. Что это за типы? Твое дело вести, а не спрашивать. Нам на ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Как там твоя нога? Болит адски. Как приедем, я разбужу доктора. Ну, может, и так пройдет. Все равно я его вызову. Эй, а ты чего уши развесил? Не смей подслушивать. Я просто везу вас туда, куда вы сказали. Вот и вези. Я понял, мы уже близко. Куда мне вести вас на том берегу? Меня достали твои вопросы. Вон еще! А, черт! Я знаю, где можно срезать. Это их остановит. Делай, что хочешь! Только оторвись от них! Это, по-твоему, срезать? Но они же отстали. Отстали-то не все! С теми парнями вы не особо ладите, да? Иногда деловые партнеры ссорятся. Так бывает. Заткнись уже, Полли. Хватит болтать. Чем больше он знает, тем меньше у него шансов дожить до утра. Я ничего не услышал, ребята. Утер ты им нос. Это еще не все. Давай, гони. Работяги, которые тут дорогу копали, нам спасибо не скажут. Уже минус три тачки. Сколько вообще на встрече было машин? 4, может 5. Наверняка он вызвал подмогу. Похоже на то. В следующий раз возьмем больше ребят. Этого следовало ожидать. Когда босс узнает об этом, он им такое устроит. Если не вернемся в свой район, долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. Западный портовый мост. Давай туда. Успеем. Какого черта?
черта мы делаем? Держись крепче и молись! Никогда такого не делал. Я тоже. А теперь в маленькую Италию. И побыстрей. Поездка не закончена. Такого я не ожидал. Думаешь, у нас стукач? Думаю, тебе лучше помалкивать. Обсудим, когда вернемся в бар. Отлично. Уже близко. Останови возле бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. Жди здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет? Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Этого должно хватить. Слава. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа. Только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно. Спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке... Пытался... объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, парень. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но связываться с криминалом лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого.